Следующий день ремонта, по-моему, 18-й уже, со счету сбилось. Сегодня нам делают натяжные потолки в зале и в прихожей. Вот такие вот лампочки, светильники у нас будут. Моя девочка очень рада, довольна. Так, вот у нас будет здесь 8 светильников. 2 будут посередине и 3 будут по бокам. Всего 8. И также в прихожей. В прихожей будет 3 светильника. Посередине мы решили сделать. 1, 2 и 3.